на данный момент подписан закон, который предусматривает использование или прозрачных, или полупрозрачных ящиков на всех предстоящих выборах. Вот. Поэтому на данный момент избирательная комиссия, несмотря на предстоящие праздники, погружена в такую процедуру, как инвентаризация. То есть мы отслеживаем, просматриваем, какие у нас ящики прозрачные, какие полупрозрачные, какие непрозрачные. Вот. И от того, что непрозрачные, мы, соответственно, будем избавляться. И федеральный центр за свои деньги, что я хотел бы подчеркнуть, поставит нам, соответственно, недостающие ящики из вот или прозрачного, или полупрозрачного материала. В чем хотелось бы обратить ваше внимание, это касается и переносных ящиков для голосования. Вот. Таким образом, можно говорить о том, что действительно предстоящие выборы, и уровень их прозрачности еще более повысится в разы по сравнению с тем, что у нас было. Причем, как вы понимаете, это выражение не образное, это прямое выражение. Действительно, прозрачность ящиков для голосования повышается.